Вітаю вас, шановні телеглядачі, в ефірі телеканалу ТакТіві та телеканалу Миколаїв. Сьогодні понеділок, а це означає, що традиційно ми розпочинаємо передачу «Час мера міста Миколаєва» Юрія Гранатурова. Протягом години ви, шановні телеглядачі, будете мати можливість поставити своє питання міському голові в прямому ефірі або залишити його нашим оператором. Для цього потрібно зателефонувати з номером 520030 і поставити своє питання або знову ж таки залишити свій коментар або побажання нашим операторам. Ну а ми в свою чергу розпочинаємо. Вітаю вас, Юрій Ісайович, перш за все. Здравствуйте. Хотілося б розпочати нашу бесіду з короткого підведення підсумків нашого минулого з вами ефіру стосовно тих запитів і прохань, які були надані телеглядачами. Я знаю просто, що деякі з питань вже вирішені. Да, дзвінків було немало, многі з них знаходяться в роботі, многі требують скрупульозного внимання, а многі требували тільки того, щоб підхлеснути нерадивих чиновників, либо решить проблему на месте непосредственно. Ну, для примера скажу. Обращалась Стоянова Валентина Николаевна, это жительница по улице Суворова. Ее просьба была восстановить освещение улицы. Как мне доложили, а я очень прошу Стоянову Валентину Николаевну мне перезвонить, освещение полностью восстановлено и функционирует. Я лично вечером, завтра приеду, еще раз на это посмотрю. А после эфира, Валентина Николаевна, сам позвоню вам, если вы будете не против. Улица Красных Маевщиков 1. Не работал лифт. В доме живет инвалид-колясочник. 6 октября этого года работа лифта полностью восстановлена. Заменили силовой двигатель АН-160. Эта просьба, в принципе, выполнена. Кориенко Марина Григорьевна обращалась, проживает по улице Ленинградская, 3А, Корабельный район. У нее была просьба убрать большое количество стихийного мусора около двора, отремонтировать дороги, установить детскую площадку. Объем работы очень большой, требует проектирования. Однако, я поставил задачу, до 14 октября работа по уборке всех твердых бытовых отходов и стихийных свалок, которые, к сожалению, тоже набросали николаевцы, они привезли нам их Херсона, будет завершена установка детской площадки, а вернее детского комплекса и асфальтирование улицы в комплексе запланированы и внесены в программу Николаевский двор. Сейчас ведется проектирование, будет проведена аэрофотосъемка и определены необходимые работы. Если делать, так делать, как положено. Лилия Григорьевна. Фамилия, к сожалению, нет, так она представилась. Была просьба возле дома номер 182 по улице Потемкинская уменьшить скорость движения трамвая из-за создаваемого шума и вибрации. С водительским составом мы провели инструктаж. Документы готовы. К концу недели знаки ограничения движения должны быть установлены. Скорость движения трамвая на данном участке не должна превышать 15 км в час. Уважаемая Лилия Георгиевна, если будут какие-то нарушения вот в этом вопросе, то вы обязательно прозвоните, пожалуйста, на тот номер телефона, который сейчас у вас на экране, и мне его обязательно мои помощники передадут. Но еще хочу сказать о улице Потемкинской отдельно. Улица Потемкинская в следующем году будет полностью реконструирована и полностью заменены шпалы и рельсы, то есть рельсо-шпальная решетка. И тогда проблемы с вибрацией и стуком уйдут навсегда. Это требует 12 миллионов гривен. Эти средства мы в бюджете планируем, поэтому мы это сделаем. И у нас уже не будет, надеюсь, от Лилии Георгиевны таких звонков. Ярошенко Вера Николаевна, у нее была просьба восстановить асфальтовое покрытие по улице Защука от улицы Фалеевской до улицы Декабристов. Мы проектируем эту улицу, и она у нас будет запланирована, и весной 2016 года будут проведены работы, так как у нас проект должен пройти государственную экспертизу, хотя средства для этого нужны не очень большие. Работа эта будет сделана, я за свои слова отвечаю. Далее. Ярошенко Вера Николаевна, извините. В двух словах хочу сказать, почему в этом году о бюджетных составляющих и процедуре подготовки документов и сложностях. Для того, чтобы сделать капитальный ремонт, а не просто залепить ямки некачественно, нужно обязательно сделать проект.
после проекта нужно сдать его на государственную экспертизу, которая проходит довольно сложно и мучительно. Но после прохождения государственной экспертизы, если сумма превышает более там, миллиона гривен, проводятся тендерные торги. После торгов делается капитальный ремонт. Качественно и надежно. Так как мы делаем очень много в этом городе. Десятки километров дорог. Мы с вами жили без дорог очень долго. И сегодня ведем устойчивое развитие всех наших магистралей, внутриквартальных проездов и вспомогательных улиц. И так в течение кратчайшего времени мы должны сделать Николаев комфортно проезжаемым на очень-очень долгие годы. А на нашей жизни, наверное, навсегда. Генташ София Михайловна живет по улице Колодезная, 5. Она просила отремонтировать крышу балкона. Работы по крыше балкона, как мне доложили, проведены. Хотя оплата ЖЭКом за содержание балконов не входит в квартирную плату жильцов, мы попросили жилищно-эксплуатационное объединение, и они доложили о выполнении работ. Однако, для того, чтобы не быть голословным, я попросил своих помощников завтра-послезавтра проехать и проверить качество этого выполнения. Пока вот эти все звонки, которые были, из того, что выполнено, я полностью вам доложил и где запроектировано. Есть еще целый ряд звонков, которые тоже были на этот эфир, которые находятся в работе, и я предметно их изучаю вместе со специалистами. Я постараюсь рассмотреть каждый из этих жалоб и сказать честно, когда это будет сделано и каким способом, чтобы не было вранья. Но работа на следующей неделе уже есть. Мне вот режиссеры передают, что телефонные звонки уже поступают. Ну, давайте. Поэтому будем принимать новые задания. Юрий Исаевич, подводя итоги прошедшей недели, хотелось бы поговорить об инвестиционном форуме. Вот какие результаты этого форума? Вот, и, наверное, какая главная составляющая инвестиционная в нашем городе? Но... Были и почетные гости, и были на разных объектах. Да, было очень много почетных гостей, и эти почетные гости представляли различные посольства. Лично я видел представителей посольства Соединенных Штатов Америки, видел генерального консула Грузии, видел генерального консула Белоруссии, многих других специалистов, видел очень крупных руководителей, очень больших, серьезных компаний. И я благодарен здесь руководству Николаевской области за то, что они очень серьезно подготовились, внедрили эту инициативу, которая крайне важна не только для Николаевщины в целом, но и для города Николаева. У нас на этом инвестиционном форуме наметился целый ряд хороших контактов о сотрудничестве, и мы открыли целый ряд объектов, которые под этот инвестиционный форум вот как пример могли бы быть. Я могу рассказать о них или у нас есть... Я просто такое, знаете, как предисловие к тому, что у нас еще ожидает. Ну, хочу сказать, что инвестиционная составляющая и инвестиционный портфель, который город Николаев имеет, вот мы сейчас уже освоили около, ну не освоили, а как бы привлекли более 150 миллионов долларов инвестиций. У нас очень серьезно на территории развивается американский инвестиционный проект компании Bunge Green Tour. У нас есть государственные внутренние инвестиции славной нашей компании Nebulon. У нас есть масса инвестиционных проектов по альтернативной энергетике, по энергосберегающим технологиям, по термосанации и термоутеплению зданий, по вопросам, связанным с новыми технологиями строительства дорог, в том числе и с Ираком, и с другими странами, с которыми мы раньше не сотрудничали. Мы в широком смысле слова занимаемся не только трубой или канализационным коллектором маленьким каким-то, мы занимаемся серьезным привлечением инвестиций, и те, кто беспрерывно рассказывает о том, что, к сожалению, этого не видно. Вот это видно по бюджету, это видно по количеству рабочих мест. Объясню очень просто. А откуда взялось такое количество рабочих мест? А городской бюджет в основном состоит из того, что платится с подоходного налога каждого легализованного рабочего места. А как городской бюджет мог вырасти, если не создано огромное количество рабочих мест? Из чего? Поэтому не надо тень на плетень наводить, дорогие уважаемые критики. Надо просто приходить вместе работать.
будет намного эффективнее. Пока в городе будем тыкать друг друга пальцем и выяснять, а ты кто такой, стабильности, мира, покоя и развития в городе не будет. Давайте вместе, не делитесь по партийным интересам, делитесь по любви к родному городу. И посоревнуемся, не кто его больше любит, а как мы его любим вместе. Хорошая фраза. Я бы хотела немножко ввести в курс дела наших телезрителей. Дело в том, что вот касаемо инвестиций, что у нас в городе сейчас одновременно реализуется более 85 проектов. Да. Вот один из них, вот как раз тот, который мы открывали к инвестиционному форуму, это открытие завода по производству электрической энергии и биогаза на городском полигоне твердых бытовых отходов. Думаю, что многие николаевцы не знали, что такое дело произошло хорошее, поэтому для того, чтобы мы могли обсудить, а зритель был в курсе того, что мы обсуждаем, предлагаю посмотреть обзорный сюжет, вот, а затем обсудить, что это даст николаевцам. В цьому полігоні твердих побутових відходів відкрили завод з виробництва електричної енергії із біогазу. Реалізацію важливого для півмільйонного міста інвестиційного проекту міська влада почала ще в минулому році у співпраці з компанією ТОВ ЛНК. На виробництві перероблятимуть газ метан, який утворюється на звалищі. Міському полігону вже більше 40 років і товщина сміттєвого шару складає 50 метрів. У результаті розкладання органічної частини відходів утворюється біогаз, до складу якого і входить метан. Окрім шкоди для навколишнього середовища, метан ще й дуже пожежонебезпечний. Проте може використовуватися в якості палива для енергетичних установок. Передове устаткування комплексної інженерної споруди на полігоні змонтували ще минулого року. На заводі встановлено когенераційний модуль. Потужність підприємства становить 1,63 мегаватт електроенергії. За рік планується виробити 9,3 мільйона кіловатт електроенергії, що дозволить забезпечити 3% домогосподарств Миколаєва. Всі будівельно-монтажні роботи виконані миколаївськими підприємствами. На території звалища, в місцях захоронення твердих побутових відходів, пробурили свердловини і проклали труби. Згідно з технологією виробництва, відкачений газ проходить по трубі в вакуумний компресор. З аналізатором хімічного складу. Метан звільняють від вологи і пилу, після чого спалюють у двигуні-генераторі. Кінцевий пункт циклу – виробництво електроенергії та передача її в електромережі. Окремо варто зазначити екологічний аспект. Газ-метан, який переробляється в електроенергію, у 25 разів шкідливіший СО2. Відбір метану суттєво знижує ризик виникнення пожежі на полігоні. Другий проект, який міська влада планує втілювати з тим же інвестором – будівництво на полігоні комплексу з переробки сміття. Миколаївська міська влада активно працює над сміттєвим питанням, у тому числі і формуванням цивілізованого ставлення городян до збору та утилізації побутових відходів. Міський голова Юрій Гранатуров вважає, що прагнути є до чого, адже результат – чисте повітря для нас і наших дітей. А ще, що теж важливо, додаткові доходи до місцевого бюджету. Потужності комплексу буде достатньо, аби охопити добову норму твердих побутових відходів, що надходять на полігон. А це близько 3000 кубів сміття. Юрій Ісаевич, як ми к этому прийшли і що от така установка, такий завод дасть Николаївцям, крім того, що от чистий воздух для наших дітей? Я хочу сказати, що я прийшов к этому не сам. Дело в том, что здесь очень важно сотрудничество всех ветвей власти и бизнеса. Вот такая ситуация. Городскому полигону более 40 лет. Слой уже отходов, который накопился, он 50 метров. Естественно, представляете, в результате разложения органических веществ, какое количество газа вырабатывается. Но земля этого полигона является землей Николаевского района, сельского района. И здесь обязательно надо было, чтобы в дело вступила и областная государственная администрация. И в лице губернатора Николаевской области Вадима Ивановича Мерикова город Николаев, в моем лице мэра, нашел надежного партнера. И фирма ЛНК, очень известная фирма, которая работает в этом направлении, под наши совместные гарантии нашего полигона, нашего предприятия Николаев Коммунтранс под руководством депутата городского совета Юрия Викторовича Мостового, нашего, так сказать, всего союза и Николаевской администрации района, имеется в виду сельского района, заключили трехсторонний договор о сотрудничестве.
Прошло, ну, где-то около года, и мы имеем завод. Я хочу сказать, что этот завод производит из газа, который мы получаем из-за разложения органических веществ на свалке, мы получаем и перерабатываем его, как вы слышали, в электроэнергию. Так это не просто электроэнергия. Если взять бытового потребителя, то вырабатывается 3% от общего потребления всеми николаевцами электроэнергии, которая идет в общую сеть. Это же ведь альтернативная энергетика, это расширение объема энергорынка, это реальная экономия, это то, что нам необходимо. Кроме всего прочего, мы получаем обезопасивание свалки, которая когда горит, а такое иногда бывает, особенно в летний период, огромные проблемы создает для экологии. Это современно, это правильно, это по-хозяйски, это так, как надо. Но это еще не все. С компанией ЛНК мы продолжаем сотрудничество. И дальше мы хотим полностью заняться тем, чтобы определить не только экологический аспект, потому что газ метан, который перерабатывается в электроэнергию, в 25 раз вреднее СО2. Понимаете? То есть отбор метана существенно снижает риск возникновения не только пожара на полигоне, но и отравления газом. А второй проект, который мы мечтаем осуществить совместно с областью и городом, с этой же фирмой мы попробуем это сделать. Ну, я думаю, что все реально, и мы его осуществим. Это инвестор, очень серьезный партнер, он показал себя. Это построить на полигоне твердых бытовых отходов комплекс по переработке мусора. Практика сжигания и захоронения ТБО уже в прошлом. Есть новые технологии по переработке отходов, более безопасные для окружающей среды, удобные. Мы к этому приходим, и это реально. Мы строим одно за другим. И я благодарен всем нашим партнерам в лице областной власти, которая сделала свою часть работы, в лице власти и районного совета Николаевского района, и в лице инвестора ЛНК, который сказал и сделал. Поэтому мы гордимся тем, что пусть это небольшой завод, но и рабочие места, и хорошее дело, и развитие экономики, и пополнение в бюджет. Вот это нормальная работа. Это показатель. Еще один показатель – это возрождение электротранспорта в нашем городе. Да. Так почему-то сложилось вот за годы независимости, что, тяжелое слово подберу, но произошло уничтожение электротранспорта, экологически чистого транспорта, троллейбусы, трамваи. Сегодня смотрела показатели, 70% за 24 года ушло вот подвижного состава. Вот, очень приятно, что в городе Николаеве все-таки происходит возобновление, это реформа транспортная, и мы о ней обязательно поговорим после того, как посмотрим обзорный сюжет, опять-таки, чтобы ввести в курс дела наших телезрителей. В місті Миколаєві вперше за багато десятків років відбувається реформування міського електротранспорту. До кінця 2015 року трамвайні та тролейбусні депо поповнять свій склад приблизно 40 тролейбусами та більше як 12 трамваями. Корінні миколаївці пам'ятають, що в місті колись було більше 80 тролейбусів і багато рухомого складу у вигляді вагонів. Дві третини міста покривали трамвайні та тролейбусні маршрути. Більшу частину пасажиропотоку перевозив екологічний, недорогий, дуже зручний, безпечний і місткий вид транспорту. З часом тролейбуси та трамваї стали витісняти маршрутні таксі, які начебто вважались більш мобільними та швидкими, але значно дорожчими. Для того, щоб не тільки зберегти достатньо розгалужену в порівнянні серед іншими містами базу електротранспорту, але й її примножити, міським головою міста Миколаєва Юрієм Гранатуровим було прийнято рішення розпочати активне реформування міського електротранспорту. Весь транспорт закуплений в Чехії. Чеські тролейбуси не нові. Вони вже певний час працювали у Європі. Втім, всі вони сертифіковані і працюватимуть не один десяток років, так говорять фахівці. Як зазначив міський голова міста Миколаєва Юрій Гранатуров, з ремонтом електротранспорту з Чехії теж не буде жодних проблем. І жодних витрат з міського бюджету у найближчі роки. Всього на придбання електротранспорту виділено 40 мільйонів гривень. Також всі тролейбуси і трамваї, які приїдуть в місто і стануть на маршрути, будуть оснащені Wi-Fi, GPS-навігаторами та кондиціонерами для більш зручного перевезення пасажирів.
А перед тим, як перейти до обговорення, пропоную послухати телефонний дзвіночок від нашого телеглядача. Давайте. Алло, добрий вечір, ми вас слухаємо, ваш вопрос. Здравствуйте. Алло. Юрій Ісаєвич, ми обращались уже к вам, три письма ми вам писали по поводу пустити маршрути по вулиці Адміральській і зв'язати вторую гімназію. Пустити маршрут. Ну, в общем, связать полностью город, ну, чтобы из Щеглина ходили маршрутки. Вот 26-й мы просили, чтобы маршрут пустили, и чтобы этот маршрут проходил мимо второй гимназии. Вот, пожалуйста, потому что мы три письма уже вам писали, обращались к вам, ответы писали. Жинжируха, вот у меня ответ здесь есть, написал, что поможет нам и сделает это все, но прошел год, и так этот вопрос остался. Да. Да. Значит, учитывая то, что во второй гимназии учатся очень много детей, и там нет микрорайона, это дети со всего города, я сейчас прямо в эфире, тут у меня рядом находится Юрий Борисович Степанец, заместитель мэра города, который уже вот с недавнего времени курирует транспорт, определить маршрут, но вы, пожалуйста, оставьте свой телефон, чтобы мы обсудили и с вами, и с родительской общественностью, потому что я вот во второй гимназии встречался, этот вопрос практически никто не поднимал, было родительское собрание, ну, где-то человек 130-150 было, но, коль это для вас так важно, то я думаю, что какой-то один маршрут удобный мы можем пустить по Адмиральской, только дай бог, чтобы на него были пассажиры. Я услышал вас и обязательно внимательнейшим образом с этим разберусь. Понимаю вас, учитывая то, что вторая гимназия с некоторых пор мне тоже очень не чужая. Спасибо вам за телефонный звоночек. Я напоминаю нашим телезрителям, что вы имеете такую возможность задать вопрос городскому голове, позвонив за номером телефона 520030. Ну, а мы возвращаемся к трамваям и реформе электротранспорта. Чего удалось достичь за такое короткое время? Вот, и какие еще будут у нас проекты в этом направлении? Уважаемые николаевцы, уважаемые телезрители, все очень просто. Начну с того, что треть города у нас покрывали транспортными перевозками трамвайные и троллейбусные маршруты. Две трети города, извините. А на третье города ездили автобусы большой или в крайнем случае средней вместимости. Но больше большой вместимости. Если помните, то постарше такие ЛиАЗы. И в Корабельный район ходили и карусы, длинные гармошки, и экспрессом, и карус, обычный автобус, 100 местный. Так вот, ничего этого давным-давно нет. Я ничего не имею против водителей маршруток. Я понимаю, что это крайне тяжелый труд. Я понимаю, что водитель маршрутки работает, наверное, не по 8, а по 12, и по 14, а то и по 16 часов. Я понимаю, что это заработок для семьи, кусок хлеба. Однако есть и проблемы с этими видами транспорта. Большие проблемы. Есть ряд водителей, которые, в принципе, позорят и бросают тень на всех остальных. Они не уважают людей в возрасте. Они не дают им возможности нормально проехать, так как это им положено. Они пытаются сдирать с детей деньги, хотя положено платить 2,50. Самое главное, бывают случаи, когда некоторые недобросовестные водители гоняются друг за другом, чтобы набить себе побольше пассажиров. Они не хотят ехать в отдаленные районы вечерами. И у нас страдают от этого наши Кульбакина, Ракетная роща, Варваровка, Матвеевка особенно. Уже просто сердце болит от этого. Вот, Корениха Большая, Корениха Малая и другие. У нас много очень проблемных маршрутов. Пора сделать баланс. Поэтому первым шагом было пополнение трамвайно-троллейбусного парка. Новый троллейбус стоит миллионы, миллионы и миллионы. Мы могли бы купить 5-7 новых троллейбусов, ну 8. Это бы нам ничего не решило. Мы каждый год покупали 2, 3, 4. И в это время за год 2-3 уже списывались, потому что им уже по 40-50, а то и больше лет. Куда нам деваться? Мы взяли и обратились за опытом и за
консультации к очень прогрессивным и опытным мэрам городов, которые были уже по 8, по 10 лет мэрами и прошли этот путь. Лично я общался с одним из самых прогрессивных, я считаю, на Украине мэров до недавнего времени, Гройсманом Владимиром Борисовичем. Благо, такая возможность есть. И я посмотрел, когда он привез 120 бэушных вагонов и практически спас город от транспортных проблем. Там у них так расположена трамвайная линия, что все удобно. У нас троллейбусы и трамваи, в принципе, могут решить огромное количество проблем. Во-первых, водитель троллейбуса не гоняется за пассажирами. Он получает фиксированную заработную плату. Во-вторых, водитель троллейбуса работает по сменам, отдохнувшим и реально проверенным доктором на состояние здоровья, ну и в том числе, да, на алкогольное опьянение, либо наркотическое. В-третьих, технический осмотр троллейбуса проводится на выезде высококвалифицированными специалистами на специальных эстакадах, вот, и людьми, которые профессионалы. Ну и последнее. В троллейбус можно зайти с ручной кладью, можно занести мешок с картошкой, если хотите, можно с чемоданами поехать на вокзал, если хотите. Ну и еще одно. 146 тысяч пенсионеров города Николаева, а у нас именно столько насчитывает ветеранская организация города Николаева, это люди, которые пользуются льготами. И пока у них не будет адресной финансовой помощи, которая будет компенсировать им проезд в транспорте, они должны ездить бесплатно. И пока я мэр, будет так. Пенсионеры будут ездить бесплатно. Льготу надо сохранить и искать возможность уважить тех, кто всю жизнь отдал тяжелому труду и кто построил наш любимый город Николаев. А еще, кроме этого, хочу сказать, что нам нужно помнить о том, что и билет в троллейбусе стоит всего 1,5 гривны. И депутаты городского совета, и мы все вместе компенсировали из бюджета разницу в тарифе на повышенную электроэнергию. И оставили тариф 1,5 гривны. Ну, это же по-человечески в этих условиях. Это же для николаевцев. А те, извините меня, горе-политики, которые сейчас за бешеные деньги финансируют газетенку, которая перед определенными событиями, перед выборами появилась и после выборов испарится точно так же, которую разносят 860 разносчиков, получая оплату от 3 до 5 тысяч гривен, да за эти миллионы можно было бы дороги асфальтировать, и называется она «Ваша газета», вот, врут там безбожно, троллейбусы не в подвале спрятаны, они все на улице, на них люди все ездят. Поэтому не надо врать. И если других аргументов больше нет, если такое острое желание забраться в кресло, хоть скворечник сколотите в конце концов, да покажите, что это вы руками можете делать. Так как же можно оплевывать собственно принятые решения? Весь городской совет практически единогласно проголосовал за приобретение этих троллейбусов. Люди в восторге, они довольны. Позор, противно слушать. Если меня смотрите, вот, помните об этом. Я бы хотела еще нашим телезрителям показать один сюжет небольшой вот в разрезе этой темы. Наша съемочная группа была на открытии 9-го маршрута, вот, поэтому давайте посмотрим и вернемся к обсуждению. Жителі мікрорайону Північне відтепер мають змогу без пересадок доїхати до залізничного вокзалу. Старий маршрут тролейбусу номер 9 відновив свою роботу. На 9-му маршруті буде працювати 5 нових тролейбусів, які були закуплені у Чехії. Враженнями від нового тролейбусу поділився його водій Сергій Мусинін. В принципі, хороша. Машина така, от, як кажуть, юрка, динамічна. От. Хороша. Звісно, так. На 4 шага, потім нам нас обогнали. Чехи. Ну, совсем отличается. Вроде всю жизнь на нем работал. Очень удобно, да.
Жителі мікрорайону Північний задоволені відновленням старого маршруту, адже це можливість зекономити та більш комфортно без пересадок доїхати до залізничного вокзалу. Він вже коли-то ходив, ми вже сталкувалися з цим. Ну, дуже приємно, що буде зараз ходити. Так, дуже удобно, у нас коляска, ми тільки їздимо в основному на тролейбусі, другий дитина з коляскою, на маршрутках не влазить, на тролейбусах дуже удобно. Буде приємно, що буде ще одна транспортна розв'язка. Звісно, ну, ми на 51-му основному їздили маршрут. А так тепер будемо на тролейбусі удобно. Головне для пенсіонерів економія, яка денег, тому що в основному там у нас на тролейбусах пенсіонери їздять, к сожалению. Ну, зараз все більше становиться популярною серед обычного населення, тому що в связи з економічною ситуацією, да. Ну, удобно. Удобно. Замечательно. Будет разгрузиться другой транспорт, и будет прекрасно. Потому что выгодно. Троллейбус – это есть троллейбус, это же не маршрутка. И больше места в троллейбусе, и комфортнее. Сели и поехали. Прекрасно, замечательно. Нормально, хорошо, мы лучше два района. Еще надо на ЖД старый вокзал. Ирина Чмель, Василь Филимон, ТАК ТВ. Юрий Исаевич, будут ли еще транспортные проекты в нашем городе? Конечно. Вот слышим, люди довольны. Ну, сегодня к нам уже поступили первые трамваи «Шкода». И нам надо сейчас подумать и в ближайшее время создать маршрут, который будет идти по 13-й линии и напрямую мимо рынка «Колос» идти к заводу «Заря». Это была просьба очень многих работников завода «Заря», которые живут в районе 13-й линии. И вот это транспортное сообщение – оно необходимо. Мы изучаем логистику. В свое время мои предшественники уже создавали схему маршрутов Харьковским институтом. Она, к сожалению, до конца не отработана. Надо ее оптимизировать. Но надо как в Соединенных Штатах. Вот там, когда сдают микрорайон, там никогда не делают благоустройство. Вот в отличие от Мы к Штатам нас. Вернемся, но послушаем Николая. А давайте. Добрый вечер, мы вас слушаем. Ваш вопрос городскому голове. Алло. Юрий Исаевич, да. Это вас беспокоит жильцы Скорпенко 3. Спасибо вам большое, что все-таки нашли из городского бюджета отремонтировать нашу крышу, капитальный ремонт сделать. Но у меня у вас еще одна просьба. У нас в связи с тем, что у нас контейнера мусорные стоят во дворе, к этим мусорным контейнерам невозможно пройти, потому что мусоровозы разбили полностью всю асфальтированную дорогу, и во время дождя вот этой слякоти невозможно пойти туда мусор вынести. Если можно, пожалуйста, там буквально этих 25-30 метров асфальта проложить качественно. А как ваше имя, отчество? Большое вас спасибо. До свидания. Да, спасибо вам большое за звонок. Я сейчас прямо в прямом эфире даю поручение председателю администрации Заводского района Карцеву Вячеславу Николаевичу отработать этот вопрос и доложить мне до конца недели о том, какие меры будут приняты, либо уже приняты. И хочу сказать, что очень скоро вы увидите такую массу новой техники, которая будет работать для города Николаева. Я ее проанонсирую в конце нашего эфира. В понедельник мы эти сюжеты все очень серьезно покажем, что нам всем будет приятно. Мы начали к городу относиться по-хозяйски. Мы оставили в покое политику и занялись городскими проблемами. Да, далеко не все и не так хорошо получается. Однако люди массово отмечают проблемы. Эти проблемы все берутся на карандаш, все учитываются, но решаются не популистски и не мгновенно. Повторю свою любимую фразу. Нет у меня бороды старика Хоттабыча, чтобы вырвать волосок и на часе решить все. Наследство очень тяжелое, но я работаю. Я был с вами во время взрыва на Лазурной 40 сутками. Я был с вами, дорогие николаевцы, во время взрыва на Молодогвардейской 28 сутками. Я не уехал в Испанию отдыхать и радоваться снегопаду. Да, у нас не все получилось, мы сделали выводы, но я тоже был с вами сутками. И буду с вами, потому что я ваш городской голова. Вы меня избрали, и я хочу отвечать
за все действия городской власти, глядя вам в глаза. А вам спасибо за звонок. А я вернусь к тому, как в Америке делают дорожки. Коротко. В Америке дорожки делают просто. Там сдают дома, но не делают благоустройства. Никаких дорожек нет. Ждут 4-5 месяцев. Ну, может меньше, может больше. Люди натаптывают дорожки так, как им удобно ходить. Наискосок, по кругу, как угодно. А потом точно так их или асфальтируют, или делают там разным покрытием. У нас все наоборот. Люди ходят наискосок, а мы делаем дорожку прямоугольной. Люди ходят прямо, а мы делаем дорожку сбоку. Поэтому здесь надо выехать во двор, изучить его. Надо обязательно собрать инициативные группы жителей, посоветоваться, посмотреть, как привычно, как удобно. И потом сделать в комплексе, где мы уже сделали 52 микрорайона в комплексе. И будем делать дальше намного-намного больше. И все у нас будет хорошо. Новые маршруты появятся? Возвращаясь, да. Закрывая тему троллейбусов. Появятся еще 3 новых троллейбусных маршрута. Я не хочу спешить их анонсировать. Мы их все покажем. Где-то до конца ноября у нас появится еще 2 маршрута, а в декабре еще один маршрут. Потому что, помните, были удобные маршруты двойка и пятерка, а сегодня одного из них нет. Мы улучшим и очистим все-таки площадь, и мы уже сделали четверку на привокзальную площадь, ей там трудно разворачиваться. Предприниматели ведут себя нагло. В прямом эфире обращаюсь в управление внутренних дел города Николаева с настоятельнейшей просьбой: наведите, пожалуйста, порядок в районе разворота троллейбуса. Понимаю, что сейчас у нас нет ГАИ. Понимаю, что нам надо дождаться, потерпеть декабря, когда у нас уже появится новая патрульная служба, полиция, которая, как я видел в Киеве, достаточно энергична и эффективна. Понимаю, что нам необходимо вернуть так называемую муниципальную милицию по благоустройству и сделать ее серьезной. Понимаю, что нам надо вернуть государственный архитектурно-строительный контроль, и все эти решения уже приняты. Однако, уважаемые друзья, я очень прошу начальника управления внутренних дел, помогите, пока нет ГАИ, силами личного состава жестко навести порядок на территории привокзальной площади, чтобы троллейбус четверка мог свободно разворачиваться. Помогите. И люди все будут очень вам признательны. Еще одно новшество, которое ввели совсем недавно, это GPS-навигация. Расскажите немножко об этом. Это, многие об этом говорили, но вот сейчас удалось это сделать. Ну, вот у меня есть такая небольшая справка. Вот недавно мы начали и работать с компанией Бенеш. У нас звонок, Юрий Савич. Давайте звонок. Здравствуйте. Ваш вопрос в городскому голове. Алло. Здравствуйте. Вас беспокоит Людмила Владимировна Тихонова, проживающая. Алло. Алло. Адмирала Макарова, 56. Так. Алло, алло. Мы слышим вас. 56. Да. Значит, у нас во дворе та же самая проблема, которую только что озвучивали. Выбит асфальт, и всегда, как только дождь, огромная лужа, огромная. Нужно просто ее переплывать. Так. Кроме того, есть еще такая же проблема, проспект Ленина, 23. Это уже Заводский район, да? Значит, главы администрации районов получат утром адреса ваши, проверят, проэкспертируют. Если речь идет о капитальном ремонте, то мы сделаем проект и отремонтируем это в установленные сроки. Но отремонтируем обязательно. Еще разу не было, чтобы мы говорили «да», и после этого не было выполнено. Правда, проходило немного больше времени, а не 5-7 там, или 10 дней. Однако сделано. Можете проверить. Я могу дать целый перечень из 180 адресов. А что касается контейнерных площадок, если там и эта проблема есть, то мы ее отследим. Оставьте, пожалуйста, свой номер телефона. Прошу прощения, очень плохо все время слышно тех, кто звонит. Нельзя ли сделать громче?
сделают, передают, что постараются сделать, просто иногда зритель говорит слишком тихо. Так получается, что все зрители говорят тихо, может, все-таки где-то техническая проблема? Постараются решить. Спасибо. Передали. Да, возвращаясь к нашим GPS-датчикам, GPS-навигации. О. Вот насколько известно, теперь можно в режиме реального времени контролировать интервал движения троллейбусов и трамваев, и скорость, и соблюдение расстояния. Ну, не просто это так. Значит, мы недавно с Бенис GPS начали работу соответствующую. В рамках этого проекта, в котором мы уже подписали протокол намерений, предусмотрено внедрение единого диспетчерского центра по управлению движением всех без исключения категорий коммунального транспорта. И снегоуборочных, и мусора, убирающих машин, и трамваев, и троллейбусов, и маршруток, всего. Ну, на первом этапе мы уже оборудовали весь пассажирский парк электротранспорта, трамваи, троллейбусы полностью GPS-навигаторами. Это нам позволяет в режиме действительно реального времени контролировать выполнение расписания движения по каждому маршруту, оперативно вносить соответствующие коррективы в график движения. А у жителей и у гостей города в конце ноября уже появится постоянная возможность, уникальная, в режиме реального времени, имея, допустим, телефон, айфон или там какой-то другого рода, вот, отследить месторасположение интересующего его транспортного средства и ориентировочное время его пребывания на ближайшую остановку. Это абсолютная реальность. Мы это уже в тестовом режиме сейчас проверяем. Все троллейбусы и трамваи уже с GPS-навигаторами. Это проект как бы пилотный, инвестиционно-договорной. Он нам не стоил с бюджета ни копейки денег. Мы договорились с этой фирмой на условиях, будем так говорить, рекламной акции их продукции. Естественно, если это будет коммерческий транспорт, они будут, но это будет условием конкурсного отбора. А на втором этапе мы оборудуем системой GPS-мониторинга весь специальный коммунальный транспорт, благодаря чему в общественности города тоже будет возможность контролировать количество транспорта, задействованного, например, в уборке, ремонта улиц, уличного освещения, вывоза мусора, уборки снега. Это называется электронное самоуправление. Это называется открытый город. Я слышу много разного рода критики, но мне бы очень хотелось, чтобы мы сумели как бы работать вместе со всеми. На самом деле, все те люди, которые на сегодняшний день предлагают массу всякого разного рода работы, говорят, что знают, как ее реализовать, в том числе и тех, кто хочет 25 октября взять определенные вершины. Милости просим, у нас масса возможностей стать заместителями мэра города, вот, или руководителями департаментов и осуществить все свои амбициозные планы. Показать реально работу в реальном времени, в реальное время. Работы хватит на всех. С удовольствием всех толковых людей, которые действительно хотят послужить нашему общему делу, развитию любимого города Николаева для наших детей, милости просим в команду. 25 декабря закончите свою гонку и приходите. Я с удовольствием буду вас ждать. Юрий Исаевич, еще один вопрос. Мы его затрагивали на прошлой неделе. Это тема отопительного сезона. Сегодня решением исполкома было принято решение начать отопительный сезон в городе Николаеве. Все ли стабильно, хорошо? И по какой поочередности будет запускаться тепло? Ну, отопительный сезон имеет несколько составляющих. Есть техническая, есть политическая, а есть материальная. Угу. В связи с постоянным снижением среднесуточной температуры воздуха до плюс 8 градусов и ниже, с целью обеспечения теплом объектов жилого фонда города Николаева и других объектов в отопительном периоде 2015-2016 года, в соответствии с указанием Министерства топлива и энергетики и так далее, это я читаю решение исполкома сегодняшнее. Исполком городского совета решил начать отопительный сезон на всех объектах жилищного фонда, других объектах, а также для населения, которое пользуется природным газом для нужд отопления, с 12 октября 2015 года. Теперь я просил бы очень внимательно, особенно тех, кто сидит у телевизоров и кто отвечает за реализацию этого решения, потому что это не городские службы и нам не подчиняются, находятся с населением в договорных отношениях. Облтеплоэнерго и ТЭЦ, теплоснабжающие организации,
начиная с 12.10.2015 года, обеспечить пуск котельных для подачи тепла потребителям города Николаева всех форм собственности. Теслосжигающие предприятия Департамента труда и соцзащиты, это у нас Бондаренко Сергей Николаевич, расчеты стоимости предоставленных услуг, льготы субсидий, предоставляемых определенным категориям населения, по октябрь 2015 года выполнять, исходя только из фактических дат подключения жилых домов к теплоснабжению по данным теплоснабжающим или жилищно-эксплуатационным предприятиям. Контроль данного решения я возложил полностью на зама городского головы Валентина Васильевича Гайдаржи и буду контролировать лично. Что значит третий пункт решения? Уважаемые друзья, понятно, что с 12 числа пуск тепла начнется в основном в детских садах, больницах, школах. Нас ждет достаточно приличное потепление температуры воздуха в ближайшие дни, вплоть числа до 25-27. Мы должны немножко и сэкономить газ, и лучше запуск тепла произвести, и подготовиться, и не перегреть квартиры, как это было популистски когда-то с 1 октября пустили, так хотели, чтобы их избрали. Это было в 10-м, по-моему, году, в октябре месяце. Поэтому, если тепло фактически будет пущено у вас, условно говоря, 20 октября или там 22 октября, а не 12, то начислять вам оплату будут только с 22 числа. И за этим строго будут следить все наши службы. И вообще, мы еще разберемся, каким образом и кто, и как будет у нас устанавливать тарифы на тепло, и думать, как люди будут их выполнять. Мы будем бороться против этих тарифов, и уже сейчас Верховная Рада должна рассмотреть закон. 70 мэров городов объединились, защищая свои громады и от имени своих громад против тарифов, которые не посильны населению. И мы добьемся нормального результата. С головой надо дружить тем, кто делает такие расчеты. Потому что надо же соотносить уровень доходов, уровень платежеспособности и стоимость газа. Но сегодня у нас проблем нет. Мы будем пускаться. А согласно решению исполкома далее, я скажу, первыми сегодня уже подключены 57 многоквартирных домов по ЖКП «Пивдень» в связи с необходимостью раздачи тепловой энергии на социальную сферу. Там разделить невозможно. Встроенные больницы, помещения. И 6 домов ЖКП «Центральный-1». Это ЖЭК в центральном районе. Включена уже циркуляция на ТЭЦ для подготовки раздачи тепла абонентам. Пока ТЭЦ работает на технологию по выходу на режим нормального давления. С утра пойдет подключение социальной сферы. Мы будем работать каждый день. Понятно, что у нас будут огрехи, но в городе несколько тысяч домов, и наша задача сделать все профессионально. По состоянию на 17.00 12 октября запущено 34 котельных облтеплоэнерго и уже отапливаются, по крайней мере по справке, а я поеду проверю, у меня есть такой термометр, рукой батарею щупать. Я считаю, что самый надежный способ. Так вот, 13.73 детских садиков уже начали отапливаться. Это сады 85, 75, 99, 23, 37, 92, 127 и собственные котельные включены. Ну и уже стал отапливаться юридический лицей и школы 4, 61 и 40. Это Корабельный район 40. Ну и управление охраны здоровья, я не буду вас утомлять, мы будем информировать вас каждый день, будем иметь прямую и обратную связь, будут работать районные администрации. Пуск тепла – дело крайне сложное, тяжелое, проблемное. Мы не имеем нового уникального хозяйства в теплоэнергетике, однако город Николаев не замерзнет. И мы постараемся сделать так, чтобы все было хорошо. Меня просили там не стучать по столу, говорят, слышать. Еще, вот продолжая тему похолодания, хотелось бы, вот пока у нас еще есть время, поговорить о новых снегоуборочных машинах. У нас есть небольшой сюжет, давайте посмотрим, затем обсудим. Ну давайте. Давайте посмотрим сюжет.
Миколаїв готовий до зустрічі з зимовими заметами. Міському голові міста Миколаєва Юрію Гранатурову вдалося менше ніж за рік закупити нову техніку, призначену для боротьби зі снігом та ожеледицею. У результаті парк комунального підприємства «Елу Автодоріг» поповнився 10 одиницями спеціалізованої техніки, а також одним трактором. За словами фахівців, придбані машини по класу значно перевершують ті, які підприємство мало раніше для боротьби зі сніговими заметами. Вони потужніші, зручні з хорошим коефіцієнтом корисної дії. Це означає, що сніг з миколаївських магістралей буде прибиратися швидше та ефективніше. Я цю техніку ждав всю свою сознательну життя, скільки працюю в «Елавтодору». І тільки мудре рішення нашого міського голови, наконец-то, ви бачите, превратилось в життя. І ця техніка у нас на підприємстві. Це нова, сучасна техніка, яка дасть можливість нашому городу получать удовольствие от снега. Люди будут радоваться снежинкам, а мы будем вовремя убирать улицы города. Эта техника убирает снег, наледи и прочее, прочее. Все. Здесь очень тяжелые плуги, где-то до тонны, вот, которые эффективные при уборке снега. И даже когда снег слеживается, его можно убрать. Это МАЗы, современные МАЗы последнего поколения. Вот. Ми взяли трьохмостові і двохмостові. Вот. Трьохмостові ми будемо посилати на такі маршрути, як Большая Кореніха, Корабельний район, де може застрягти машина і її тяжело буде оттуда достати. За словами Валерія Миколаєвича, така техніка є і в Києві, де вона дуже добре себе зарекомендувала. Вона комбінована, і це означає, що така техніка може як прибирати сніг, так і посипати дороги протижилетною сумішю. В одну машину можна завантажити близько 12 тонн піску, чого не можна було зробити з тією технікою, яка була у підприємства раніше. Наконец-то в этом году приобрели 10 единиц техники за счет средств местного бюджета. Потратили на эту технику 14,7 миллионов гривен. Закупили 10 единиц, 6 трехосных и 4 двухосные МАЗы, які будуть в дальнішому вбирати вулиці нашого міста. За її словами, спеціалізованої снігоприбиральної техніки місту постійно не вистачало. І навіть коли залучали техніку підприємств, все одно відчувався дефіцит снігоприбиральних машин. Це різко змінить ситуацію, улучшить качество уборки дорог в зимнє время. Міський голова Юрій Гранатуров неодноразово говорив про необхідність розширення парку спеціалізованої техніки для розчищення снігових заметів. Він і поставив міським службам відповідне завдання, яке ще до початку зими було виконане. Ми повертаємося в нашу студію. І прежде чим продовжити, давайте послухаємо телефонний дзвоночок. З удовольствием. Здравствуйте, ваш вопрос городському голові. Алло? Да-да. Говорите, нам слышно. Говорите. Здравствуйте. Юрий Саев, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Вся улица. Вы слышите меня? Да, слышу. Вся улица Сидорчука говорит вам большое человеческое спасибо. Сколько мы живем, никогда в жизни у нас не была улица асфальтированная. Большое-пребольшое вам спасибо. Мы вас очень просим, если есть возможность, еще заасфальтировать Лисковую. А мы же уже на встрече об этом говорили. Вы решили еще в эфире закрепить успех. Я вам пообещал, мы сделаем. Спасибо вам большое. Вам спасибо. Вам спасибо за телефонный звоночек. Юрий Саевич, у нас осталось не так много времени. О снегоуборочных машинах мы вкратце послушали о том, что это частично решит вот этот дефицит, который у нас зимой бывает. Я скажу коротко. У нас был бешеный дефицит коммунальной техники. И снегоуборочной, и мусороуборочной, и разного рода другой. Чтобы не быть голословным, и чтобы сейчас особо не рассказывать, я приглашаю всех на улицу Адмиральскую в субботу в 14:00, если хотите, на презентацию коммунальных войск города Николаева. Новых коммунальных войск, это я шучу. Это будет более 50 единиц шикарной новой техники разного направления, которую город не мог купить 20 лет, а может быть и больше, и которая будет служить николаевцам. Мы ничего не прячем. Все на виду. Все можно пощупать руками. Все можно увидеть, скоро будет на улицах и у себя во дворах. Все это сделано для всех николаевцев. Все это наше общее достижение.
И я хотел бы, чтобы все радовались тому, что мы начали устойчивое развитие и движение вперед. Что мы вместо политиканства, болтовни, грязного критиканства, такие злючки, которые есть, вот, просто занимаемся элементарной работой. Да, эта работа еще не всем и не каждому вот видна. Не каждый смотрит местное телевидение, не каждый вот получает удовольствие еще от жизни в своем дворе, потому что еще далеко не все сделано. Но мы устойчиво и четко идем вперед и не смирнем с намеченного курса. Просто и понятно, комфортно и безопасно. Это работа мэра, которого на работу приняли люди. И я лично мечтаю, чтобы мы дожили до такого времени, когда людям было вообще все равно, какая у мэра фамилия, чтобы они знали, что они нанимают на работу человека, который будет работать и иметь взаимосвязь. А еще надо выполнять обещанное. У меня есть уверенность в том, что совесть вот, по всем основным моментам у меня чистая. Все, что было сказано, все мы пока делаем. И постараемся делать намного, намного лучше. А то, что у меня говорят, команда устаревшая, я не вытираю ноги о людей, которые проработали со мной и с Владимиром Дмитриевичем Чайкой долгие и многие годы. Я не делю их по политическим признакам, я не делю их по каким-то. Да, многие из них уже перешли на другую работу, на творческую, на преподавательскую, кто-то уже и на пенсию ушел. И пришли новые молодые люди. Чего из этого шоу делать? У меня 4 молодых заместителя. А будет у меня команда из 20 молодых людей. И эту команду на следующей неделе я тоже вам представлю. Молодые, энергичные, толковые, образованные, с креативным образованием, владеющие языками, имеющие ученые степени и очень любящие наш родной город. Так вот, если объединить опыт, знания, устойчивый характер с молодым задором, энергией и прекрасным образованием, получится отличный результат для нашего любимого города Николаева, потому что я его очень люблю, свой родной город. Спасибо, Юрий Исаевич. У нас осталось буквально 2 минутки. Я хочу передать слово своему коллеге Денису Иванову, который расскажет о том, сколько телефонных звонков поступило, какие главные вопросы беспокоят наших николаевцев. Денис, тебе слово. Дякую, Христино. Слід зазначити, що до нашої студії надійшло близько 40 телефонних дзвінків. За цей час люди в переважній більшості цікавилися майбутнім опалювальним сезоном. Зокрема, коли врешті-решт у будинках буде тепло. Відтак, в тому числі цікавилися городяни, чи буде реалізовуватися програма «Миколаївський двір» і в приватному секторі. Зокрема, ремонтуватися проїжджі частини міждворових ділянок. Зі словами вдячності телефонували городяни, які користуються уже послугами нового електротрансу. А вони підтвердили, що дійсно стало набагато комфортніше користуватися цим видом транспорту. Окрім того, миколаївці цікавилися питанням отримання пільг, зокрема, куди можна звертатися для оформлення цих послуг. Всі питання, які озвучили телеглядачі операторам студії, будуть передані Юрію Гранатурову одразу по завершенню телеефіру. Слово тобі, Кристино. Дякую, Денисе. Мы в свою очередь подведем итог. Расскажите нам, чем будет заниматься городской, голова городская власть на протяжении этой недели, потому что мы на следующей неделе спросим, как прошла неделя. Вот, и ваше слово и пожелание николаевцам. Очень коротко, уважаемые николаевцы, я буду заниматься в первую очередь очень системно и подробно с самой сложной на сейчас проблемой, это запуском тепла, началом отопительного сезона. Мы должны жестко контролировать продолжение ремонта дорог в городе Николаеве, которая идет без остановок. Мы должны сделать все необходимое для того, чтобы закончить все капитальные ремонты во всех учреждениях образования, сдать новые группы в детских садах, в Матвеевке, в детский сад Терновки, в других детских садах, в общей сумме групп новых на 300 мест детей, и это мы сделали. Закончить все вопросы ремонта в больницах, в лечебных учреждениях, отработать вопросы безопасного города, принять полностью и отправить в эксплуатацию все 50
разных единиц коммунального транспорта. Я еще раз приглашаю в субботу в 2 часа 17 числа всем посмотреть на этот транспорт, чтобы каждый горожанин видел каждую копейку налогов, которые он тратит, чтобы видел, куда они пошли. И потом мы будем думать вместе, как им лучше и эффективнее работать, для того, чтобы обеспечивать комфорт и безопасность. Я буду работать, я работаю по 12, по 14 часов. Сейчас сложное время, но тем не менее, я просто хочу всем вам пожелать, чтобы эта неделя, так как сегодня понедельник, вот, говорят, день понедельник сложный. Ничего подобного. Он сложный для тех, у кого и вторник будет сложным, и среда. Я желаю вам хорошего, мирного, голубого неба. Не только на всю неделю, но на всю вашу жизнь. Я желаю вам, чтобы ваши дети всегда были в безопасности. Я желаю вам счастья, добра и, безусловно, мира. Я желаю, чтобы мы никогда не ссорились, не разбирали друг друга по цвету кожи. Не было у нас выяснений, с запада это или с востока, с севера, с юга. Мы живем в нашей родной стране Украине. Мы жили в ней всю свою жизнь. Мы живем в родном городе Николаеве. Мы уважаем старость и хотим сделать более удобной и креативной молодость. Спасибо вам, дорогие николаевцы, что слушали меня весь этот час. Спасибо вам, Юрий Исаевич, за то, что вы пришли к нам сегодня в студию. Мы желаем вам продуктивной недели и хороших результатов, потому что в следующий понедельник ровно в 19:30 городской голова снова будет на студии. Вы сможете опять-таки задать ему свои вопросы и услышать, что было сделано за эту неделю. Спасибо вам большое, уважаемые телезрители, и до свидания. Спасибо.